Всем привет! Продолжаем историю моего инвертора с AliExpress. Произошло несколько случаев с ним, вернее один случай. К сожалению, по моей собственной глупости, вынужден признать это, по какой-то ошибке. Не по какой-то, а по ошибке подключения аккумуляторных проводов я спалил вот такие вот предохранители. Здесь установлены были на 35 ампер 8 штук по 4 пары. По 2 штуки. Перепугался. Думал, что я все. Спалил его окончательно, бесповоротно. Но, вероятно, всего нет. Я еще не запускал. В автомобильном магазине купил на 30 ампер. На 35, к сожалению, не было. Поэтому вынужден был купить на 30-10 штук. Два запасные на всякий случай может пригодятся. Потому что у меня пару боксе стоят точно такие же на освещение, на все остальные приборы. Я уже поменял. Сейчас я его соберу и попробую протестировать. Надеюсь, что он целый и не сломанный окончательно, бесповоротно. Это будет, конечно, крах. Сейчас я его пока что отложу. В прошлый раз чайник на 1800 ватт не запускался у меня. Я сделал вот такие вот новые кабеля. То, что было в комплекте, отправил на полку, пускай лежат. Здесь 25 квадратов. Использовал вот такие вот клеммы на 8 или на 6 миллиметров диаметра. Может быть, кому-то пригодится. Например, у меня специального клемника нету, который клеммы бы сдавил. Пришлось использовать самодельный. Болт М16, вот такая скоба с шарик от подшипника, можно использовать двумя ключами или же закручивать гайковертом. Вот такая вот, сделал такие прорези на. Здесь у меня 16 миллиметров диаметр на калибровке, 16 миллиметровые. На всякий случай сделал две. Одна чуть побольше, одна чуть поменьше, потому что я не знал. Но большая как раз получается. Вставляется, сначала вставляешь сюда клемму, немножко прижимаешь. Так, сейчас я покажу. Это скоба от цилиндра. Пневматического, который что-то там у нас толкал. Один из станков, который уже списанная. Так, я думаю, что примерно это можно что-то наподобие даже сделать. Вот так зажимаешь и начинаешь крутить. Соответственно, ставишь кабель и сжимается. Я сейчас не буду, потому что мне их мало ли еще пригодится. Может быть, кому-то будет интересно и для заметки
пригодится. Сейчас я соберу инвертор и потом покажу, как он будет работать или нет. Посмотрим вместе. Чуть не забыл. В предыдущем видео задняя часть видно какие дорожки. Дорожки здесь почему-то не были усилены, а были тонкими такими волосками. Это не медные проводочки напаяны, именно как дорожка. Именно в самой плате. Я сейчас не буду, я почему-то не снял и не показал. Все дорожки, которые от плюса и минуса, и более толстые, я их сверху пропаял. Пропаял насколько смог, насколько у меня хватило умения в этом. Так что, если вы будете покупать именно такой инвертор, обязательно разберите и посмотрите сзади, какие дорожки. Если не усиленные, надо все-таки усилить их. Ну что ж, вот так я собрал, закрутил все в инвертере. Так, мой Powerbox. Вот такие вот кабеля получились у меня. Вот, видите, все зажато, все обжато. Что, надеюсь, не хуже профессиональных. Я принес чайник многострадальный мой на 1800 ватт. Китайские ваты. Не знаю, насколько. Возьмем, конечно, ватт-метр. Посмотрим все-таки на ватт-метр. Аккумулятор 13,1 показывает. Солнечная батарея подключена. В Эстонии до сих пор идет снег, поэтому солнца сегодня нету, облачно и снежная пелена. Я уже закрепил здесь на всякий случай, как и планировал, на 150 ампер автоматический предохранитель. Это на 30 ампер у меня стоит на солнечную батарею. Это на освещение на все... На все розеточки 12-вольтовые. Ну что ж, попробуем. Так, теперь самое главное, мне опять не ошибиться с кабелями. Так как у меня черный свет, конечно, я не рекомендую. И мне самому это не нравится, но у меня только был черный кабель, поэтому красного нету. Вот это минус. Специально пометил. А вот плюс. И как я тогда ошибся? Вот такие вот дела. Так, минус на минус. Закручиваем. Powerbox у меня с макитовской коробки, да, кейса для инструмента. Очень удобная штука. Но, к сожалению, я пока что не нашел еще одного маленького, чтобы поставить туда сам инвертор. Так что сейчас это у меня временное, надеюсь, не постоянное. Так, автомат у меня выключенный. Можно подключать. Ну что ж, дамы и господа,
Проверка. Включаем автомат. Есть. Все работает. 13,4 и 228 вольт показывает. Пока выключаем. Как-то мне поудобнее поставить. Не совсем все это правильно. Так, сейчас я отодвину. Вот. Видно. Включаю. Подключаем ваттметр. Так. Что у нас? Так, показывает ватты. Отлично. Так, ну что, подключаем чайник. Чайник выключенный. Не совсем удачно. Так. Сейчас я опущу камеру, чтобы лучше видно было. Да? Так. Ну что ж, включаем. Есть. 1466 ватт. Просадка аккумулятора до 10,9 1400, но скорее всего здесь нету 2 киловатт, то есть вернее 1800 ватт нету. Не будем сейчас мучить аккумулятор. Что я могу сказать? 100% это надо для данного инвертора пропаивать дорожки, которые внутри. Стоковские кабеля абсолютно не подходят. Но такие. И не горячие, ну и не холодные. То есть, если есть возможность, то соответственно или использовать две клеммы. То есть нету, вот в принципе, я, наверное, еще добавлю еще по одному точно такому же кабелю. Соответственно, сечение уже будет 50 квадратов общее, что вполне приемлемо и, скорее всего, нужно сделать, как читал в одной из статей. Соответственно, чем длиннее кабеля, тем хуже и тем толще они должны быть. Ну, то есть ток будет проходить. Соответственно, сложнее ему пройти. Но длиннее я не буду делать. В любом случае, здесь в корпусе, возможно, будет отверстие. То
То есть кабеля будут выводиться наверху, и инвертор будет стоять сверху. Итак, что мы имеем? Имеем очередную проблему. Проблему вот этого предохранителя. Учитывая, что это китайский, купленный с AliExpress, и ничего не против, не имею китайцев, но вот AliExpress, конечно, в одном из американских видео я видел, что качество таких автоматов и также другого переключателя, очень массовых переключателей, очень снизилось, и американец там не рекомендует их устанавливать на солнечные системы кемперов. Вот я подозреваю, что он срабатывает и пропускает некоторое количество. Сейчас он выключенный, но он пропускает 5 вольт. То есть он не сработал до конца, но пропускает. И когда он включенный, он пропускает те же самые 5 вольт. Что я в итоге получил на данный момент? Получил на данный момент то, что если чайник там 1800 ватт, включаешь его один, работает прекрасно, запускается, все нагревается. Если что-то больше 2 киловатт, то, видимо, срабатывает этот предохранитель, но он не сработал до конца. Не хочу я ставить напрямую, скорее всего, я поменяю на плавкий массовый предохранитель, и дальше будем смотреть. Так что всем пока, удачи, до новых встреч.